мои, тёзки мои, братья мои, пить делиться это хорошо. Потерпи, пожалуйста. Сейчас вы пирог будете кушать. Ты ему водичку поделился, а я с вами. А Макар с вами пирогом поделился. Да, Ваня, только без тремора. А куда? И без всяких движений ненужных. Нет, а, спасибо большое. На здоровье. Да уйдите! Подвиньтесь, если не умещаетесь, подвиньтесь вперед. Никит, Вань, вот вам бы надо влезть. Ваня, Никита. Никита, Ван, вам надо сюда влезть. Ванечка, Ваня, Никита. Никитос. Никит, Никита, Иван, развернитесь. Никита, развернитесь. Нет, нет, нет. Ты вот сюда, иди, Никита, сюда. Поближе сюда, иначе вы сейчас головой ударите. Еще ближе, еще. Еще. Еще ближе. Вот. Коленки. Садись, коленки. Садись. Поближе. Доделали? Дарья, больше... Двое, руки мыть. Кто первый додел, мыть руки. Не бегать, по коридору не бегать. По коридору, вы слышите меня, не бегать. Они не доделали, 100%. Они не доделали. Никита, вам еще 10 раз надо с Иваном сделать. А вообще мы штрафных 10 за то, что не слушаешь задание. Давайте подышим, значит, коленки сами. Ножки напрягите, животы напрягите. Оттолкнулись, молодцы. Два, три, четыре. Колени согни, Ну они, парни, крупные, медлительные. Куда ты намылился? Сегодня просто Никита на танцах два часа танцевал. Он танцор. Оранжевая футболка. Аленький цветочек танцор? Бабушкин пирожочек, да? Давайте еще 10 раз и пойдете. Никитос, 10 раз и ручки мыть. Давай, Вань, Вань. Ты что, пирог не будешь кушать? Нет. Тогда сальто. Сыграешь, сыграешь. Как раз, ребята, аппетит поднимешь. Давай, 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 тихо. Еще 5 раз. 5. Ты ногами промахнулся, да? Я умею же играть. Еще 5 раз. Блин, 6. Парни, вы так не закончите никогда. 7. 8. Да ты задолбался своим. 9. Да делай, иди. Так, малыши, сюда подходим. 11. Все вашу водичку приготовили, бутылочки с водой. Сейчас пить будете, да? По 9 минут. А что мы сейчас? А ты с чем? Сергей Геннадьевич, мне просто 2. Ну одну достань, не надо, другую убери пока. Мне яблоко. Бери кусочек. Бери кусочек. Макар, матушка умница, ты молодец. Бери кусочек, ребята. Давай. Руки мыть. Сейчас опять руки брать. Иван не хочет пирог кушать, Даша, угощайся. Взрослых ребят можно угостить, Макар? Да. Парни, взрослые, идите перерыв минутку сделать, угоститесь яблочком. Попить что-нибудь. Ну и попить поделитесь. Егор, идите. Кого попить есть? Никит, Кулагин, идите. Никитос, угощайся. Стаканчик. Пирожок, сначала яблочком угощайтесь. Всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Кстати, я реально не знаю, с чем пироги. Сейчас узнаем. Спасибо. С мармеладом. Давай, давай. Все, на бетоне не стойте, Никитос, стоп, положи, надо всем раздать. Взял, отошел. Сергей Геннадьевич, сейчас, погоди. Знаете, что я умею играть? Сейчас, Артем Аркушев. Ты не будешь? Иван. Еще осталось. Парни, малыши. А, стоп, Дашу надо угостить. Где Дарья? Иди угости Макар Дарью. По одному, стоп, стоп, положи, секунду. Чтобы всем досталось, мы сейчас вот так сделаем. Не, вон тот. Что, дайте мне. Бери и дашь, бери, два возьми. Федя, бери и разделил. Сейчас, секунду, Макар, погоди. Блядь. Руку бери. Держи. Тихо. Опасно, ножик здесь, опасно. Кто следующий, парни? Малыши. Ваня, не брал.
Ваня говорит, не хочет. Я хочу, 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 хочу. Зачем мы плохое слово сказали? Потому что нож. Потому что нож опасный. Подожди, он не опасный. Опасный. Опасный, а у меня вот шрам. Да, очень опасно. Так, два кусочка Дарьи осталось. Да, ну может кто-то из ребят взял. Сейчас пирог. Так, прожевали, потом только сняли. Тихо, стоп. Это надо Дарье поделиться, девочки. Надо же поделиться, девочки. Отошли, отошли, отошли. Ладно, я сойду. Отошли. Надо поделиться с девочкой. Это хороший, да, поступок будет? Конечно. Макара поблагодарите и матушку его, что они вот сегодня такой этот ужин сделали, да, тренировочный? А вчера мы пирог готовили, а сегодня яблоко. Ну и класс. Так, теперь опять сейчас по одному. Попить, чтобы запить. Не хочешь? Руки из кармана вытащи. Хорош. Спокойно. Приятного аппетита. Взял, отошел. Взял, отошел. Парни, малыши, к пирогу сюда. По одному, Федя. Стоп, по одному подходим. А чем он? Интересно. Сейчас будем пробовать, не знаю. Может, я тоже сам не знаю. Ручку держи. Стоп, Федя, ты что руки суешь? Он скорее с малиной. Пошел, с малиной скорее. Да, отошел. Теперь подходи ты, Федя. Теперь ты подходи. Я тоже люблю такое. Все. Скорее следующий. Всего с малиной. Следующий. Из бубликов? Это поджаренное. Отошел. Следующий. Взял. Отошел. Так, там не стоим, не едим. Сюда отошли все, к дивану. Все с пирогами к дивану отошли. Все с пирогами к дивану. Никита, к дивану. Не сидеть на диван. Все, руки вытер, сальто крути. Прожевал, сальто крутить. Надо всем же раздать, надо всех угостить. Мы же не в столовую пришли, правильно? Ну, вкусно, ну потерпите. А если еще останется, водички попейте, если останется, то можно. Вам-то я дал по большому кусочку, а взрослых угощу по маленькому. Федь, ты меня не слышишь, что ли, братан? Прожевали, запили и дальше на действие. Здрасте, здрасте. Парни, взрослые, по одному подходим за пирогом. По одному подходим за пирожком. Руки чистые. Держи. Приятного аппетита. Спасибо. Помоги открыть ему, пожалуйста. Отходим от стола. Взяли, отошли. Взяли, отошли. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Иван, пожалуйста. Не мешай никому, занимайся. Взрослые, подходим еще. Никита, Егор, Иван, Артем. Никита. А мы даже Дарью сейчас угостим. Я ее оставил, не переживай. Никитос, Иван, идите сюда за пирогом. Никиты, Иван, Артемы. Блин, если шрам пирог. Ну помоги, Иван, помоги ему раскрыть. Он не сильно хватает. Раскрыл. Держи. Еще один. Руку давай, нормально. Да, аккуратно. Приятного аппетита. Никитос, на элементы. Стоишь, высматриваешь. Че? Приятного Спасибо. Аппетита. Егор, Артем, Никита, идемте сюда. Да. Сестренка моя должна прийти. Ну, подойдет и классно. Приятного аппетита. А что ты яблоко не будешь? Ну, не хочу ничего. Приятного. Тихо. Аппетита. Ну, блин, Спасибо мало, большое. Но простите, надо ну, что, всем раздать. А где еще? Кто? Иван, Егор? Егор, да? Позови, пожалуйста, его. Или на, отнеси, угости его. Он еще, вроде пирог он не брал. Это Дарье и вам еще потом. Пальцы не грызите. А потом? Ну, мы же до тренировки, до восьми будем. А я-то сниму. Ну, посмотрим, придумаем что-нибудь. Иди, это еще тренировка еще на потом, чтобы было. Все, успокойтесь. А мы надо было лайки играть. Сейчас, погоди секунду. Не тремори никого. Мама звать, сделай на группу связь, пожалуйста. А что она, где матушка? Мама уже внизу меня ждет. Алло. Здрасте, здрасте. Подожди. Надо вот это убрать. Так, ты за ним не будешь подниматься? Никитос, погоди, куда побежал? Сейчас, давайте матушка. Так, ему одеваться, переодеваться, спускаться вниз. Ты в холле, да, все, или где-то на стоянке? Все, лады, сейчас он одевается тогда и, ну, и маме, и расскажет, как прошла тренировка.
Все, доброго вечера, до свидания. Никита, держи трубку. Сергей Геннадьевич, как учить такую же Бог, как у Егора? Сергей Геннадьевич, позаниматься... Сейчас, что? Угостите сестру. А, да конечно. Сонечка, заходи. Ты с нами на диване не посидишь, не посмотришь, как тренировки. Да, парни, подождите, секунду, дайте я с кем-то сначала поговорю. Секунду. Сколько времени? Надо проявить себя на парочке мероприятий каких-нибудь, себя показать, как ответственный, бля, что это такое. Егор сказал, что он сколько стоит, 200 отжиманий сделал. Ну да, нет, он провел определенный набор действий, ты сейчас можешь 100 отжиманий сделать. Ну давай, если сделаешь. За один подход? Да. Если сделаешь 100 отжиманий, то... Да, сделаешь 100. Ну ты, нет, ты попробуй, чисто вот по-человечески. Если сейчас осилишь красиво четко, с радостью организую. Если сейчас сразу не осилишь, ну подумаем, я хорошим ребятам всегда навстречу, или подарки сделаю. Покубатурись, с парнями посообщайся, как бы, кто с тобой посчитает, ну по чесноку. Я-то не буду сам с тобой считать, мне, ну, я верю. Но если ты чувствуешь, что ты вытянешь, скажи, парни, посчитайте, пожалуйста. А это пожалуйста. На завтра, да? Что? На послезавтра. Это на сейчас ты сестренку угостишь. Да? Угости сестренку яблочко. Я сейчас. Нет, сейчас погоди. На, держи яблочко. Смотри, осталось яблочко Дарьи и твоей сестренки. Держи. А Макар. Я Дарью угостил уже. Угости. Стоп, Семен. Семен, погоди. Сейчас. И пирожочек ей надо угостить, да? И она покушает и порадует. Мешок, короче. Нормально тренировка? Вот это да, я полетел. Хорошо. Так, одень рюкзак. Одень рюкзак на плечи. Накинь на плечо на одно рюкзак, чтобы ты мог в ручках нести хорошо. Вот, на плечо накинь. А ты закрой его. Да, 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 с той стороны. Вот она. Смотри, вот она. Да, закрыл. Накинь на плечо. Накидывай на плечо. И держи в двух ручках, аккуратно угостишь сестренку, да? Вот, так вот, класс. Видите, чтобы тебе удобнее идти было. Все, с ребятами попрощаешься? Грудью до пола. Егор, четкие должны быть отжимания, прям по грудью до пола. Грудью до пола. Но это тяжелое, да, испытание? Я могу попробовать. Попробуешь? Покажи просто, как надо сделать отжимания. Смотри внимательно. Я могу на коленку встать? Погоди, посмотри на Егорыча. Вот так. Вот так надо. Осилишь? Может быть, с первого раза не получится, нет? Приколи для себя, сколько ты сможешь сделать. Вот просто чисто для себя. Ты можешь даже, вот даже можешь сейчас с Егорычем на... Егор, остановись на секунду, Егор. Вот сейчас тоже примите упор лежа. И вот сколько вы вдвоем качнете, кто из вас больше сделает хотя бы на одно отжимание. Вот приколитесь так. И это будет хорошая проверка. Ему, как заслужившему, на кулаках. У меня запястье болит. На кулаках. Самое лучшее, у меня больные, у меня разломанные запястья, я на кулаках делаю. У меня палец был. Ну да. Просто ему, как уже заслужившему некий знак клуба, тебе, допустим, как интересующимся. Вот ты проверь. Все, всего доброго. Ребят, скажите, пожалуйста, до свидания. До свидания. Просто попробуй, все. А ты, Димарик, тоже попробуй качнись с парнями. Они сейчас делают отжимания, ну хотя бы двадцатку, но кто сделает на раз больше? Хотя бы двадцаточку. Нет? Давай, ну, ты, а ты давай стой, а ты давай посчитай правильность, посмотри за ними. Посмотри правильность. Я когда эксаслов не делал, я знаешь, как устал? Я тоже устал. Грудью до пола надо в идеале коснуться. Я могу присесть? Давай, да. На счет три. Раз, два, три. Сохраняйте оба одинаковый ритм. Вот, да, 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 да. Я Егор как... Механизмы. Да, всего доброго, до свидания. А кто это уходит? Стоп. А кто это ушел? Я не понял. А кто ушел, парни? У него 17. Давай, давай. Вообще все. Давай. Я, короче, на деньги прям вот так руку положил. Сейчас поиграешь. А кто ушел у нас? Семен? Да. Пока ж по улице идем, будем и тянуть. Егорыч, сколько, двадцатка? 32. 32, давай, давай. Ну-ка из коридора выйдите. Полетел молодой. Давай, 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 красавчик. Сорокет, давай вытяни, нормалек. Ника, сейчас я деньги попробую. Макс, ты что засуетился? Ты что засуетился? Молодец. Полежит? Полежит? Ну давай вот сюда на полочку. Если зазвонить, скажете. Вот так вот. Но этот парень не только в отжиманиях уперся. Ты можешь показать в подтягиваниях,
смотри, основные набор действий, которые тебя прокачают, сделают более сильным. Вот это приветствуется. Покажешь что-нибудь, дополнишь элементиками там, ну. А вот от здесь, кто здесь находится, я всех наблюдал и рост. Можешь там готовить? Секунду, да. Рост я видел практически с нулев до уровня, который они сейчас имеют. Поэтому мне радостно, что на моих глазах разворачиваются такие события. У тебя будет некая мотивация постараться. Потому что я же от вас не требую каких-то сверхзадач, правильно? Умение отжиматься, это значит, ты сможешь... Вот сколько раз ты отжимаешься, значит, сколько раз ты кулаком сильно можешь ударить. Это полезно. Да. Не толпиться. Не толпиться. А где Никита? Иван, упор лежа принять. Я нечаянно. Я тоже думаю, что ты нечаянно, но Феде не понравились твои пуканы. Упор лежа принять. Ну давай у диванчика. Давай у диванчика. Раз, давай. 20 отжиманий сделай, пожалуйста. Так, Егор, штангу сейчас. Я не понимаю, как ты вторую руку добавишь. Я прям вот так руку ложу, один на это. Держи аккуратнее, ничего веса лишнего не чем есть. О, кстати, 50. Макар, а ты что там грустишь? Давайте нам печенье больше не будет. Точно? Все, занимайся, ребята. Пожалуйста, Иван. Иван, не мешай никому, ладно? Макар, аккуратнее, да. Стоечки, Макар, чуть в сторону отодвинь сюда стоечки. Да-да-да, что там. Поделай, да. Смотри. Макар, попробуй уголок. Вот так стоишь и можешь в уголок поднять. Развернись ко мне лицом. Поднимись на ручку. И просто в уголок две ножки прям. Раз прямо. Да, еще раз. Вот. Молодец. Девушка, держи. И вот так будет интересно, если ты доведешь хотя бы секунд 5 продержаться. Выровняй ровно. Пока отжиматься рано, просто подержи. 5 секунд хотя бы подержи. Иван, Никит, что вы там сидите? Что случилось? Никита, здесь еще попить у вас. Иван, Никита, что случилось у вас? Отдыхаете? Ну, как-нибудь отдохните поинтереснее. Вы сидите, во-первых, там стена холодная. Опасно. Никита, Иван, слышите меня? Держи. Все нормально? Никитос, стена холодная, братан. Опасно, реально. Вы не забудьте о здоровье. Можно... Никита, другой.
Можно спину застудить и потом ссаться кровью. Зачем это надо? Еще налить? Иван, сейчас, погоди, браток, сейчас. Руки настроена? Сейчас настроим. А ты свою принес? А, ты свою не принес балалайку, нет? Сейчас придумаем. Я попробую сломаешь шею. Не надо шею ломать. Ник, Иван, оставь. Так, ляжь там на пол, закинь ноги на диван. Вернее, секунду. Парни, малыши, все сюда. Секунду, стоп. А мы после этого потом сюда? Секунду. Да, секунду. Ножки берите, пожалуйста. Максим, Федя, стоп. Макар, встаньте, отодвиньте в сторону. Я один раз. Что такое? Ложитесь на спину, ноги на подушечку. Ложитесь на спину, дай. Зайди в нас. Ложитесь на спину, ложите ноги на покрышку. Я думал, все. Легли. 50. Иван, 50 раз коснуться пальчиками рук, пальчиками ног. Поехали. Макар, чуть-чуть отодвинься, чтобы Ваня. Ваня, чуть в сторону. Не назад, чуть в сторону. Потом сами туда. Парни, додвиньтесь бедрами до покрышки. Ближе сбегайте к ней. Все, поехали, 50 раз. А потом сальто будете продолжать, да. А я на балалайке. И ты на балалайке будешь играть, но сначала вам надо сделать. А когда? Сначала гироскутер. Сначала вам надо доделать это действие. Тихо. Слышь, она надо своего сорвать. Егор, веса большие, там не делайте. Слышь меня, Егор? Пятьдесят раз надо сделать. Парни, 50 раз. Куда делает? Сразу переворачивается лицом вниз, ноги на покрышке. Никитос, хорош валяться. А мы что говорили? Тянись, братан, тянись. Ну, валяться. Никит, секунду, стоп. Пример для них. Ты хочешь, чтобы они шлялись без дела там между вашими турниками? Нет. Тогда делаю какое-нибудь действие, растягивайся. Пусть они видят хороший пример. Иначе, все, теперь ноги на покрышку, лицом вниз. Если они вас увидят, отдыхающие, пусть они вас увидят, как вы готовитесь к какому-то элементу. Ноги на покрышку положили. И что делать? Стоим. Нет, коленки с пола убрали, ноги положили на покрышку. Да, Максим, молодец. Стой, вот так, стой. Так? Да, стоим. Нет, поднимите таз вверх. Задницу вверх поднимайте, задницу выше вверх, выше. Стоим. Коленки убрали с покрышки. Коленки убрали, Максим. Коленки убрали. Иван, молодец. Макар, стоим. Вставай, где удобно. Стоим. Максим, поднимись таз. Максим, таз выше. Надо простоять минуту. Стоим. Надо всего лишь минуту простоять. Я уже постоял. Тихо. Парни. Блин, опять что ли? Вы хорошие. Все, я сделал. Я постоял минуту. Нифига себе. Сейчас. Иди мой сначала. А? Иди сначала помой, там этот есть. Мыло, не мыло, там помой сначала руку открыть. Все, сальто не баловать, по очереди. Что, время, да? Нет.
Никит, промой руки. Кто-нибудь там на себе? Да, по очереди. Петя, по очереди. Парни, не толпитесь там, по очереди. Вы что, не можете? Стоп, стоп. Слезьте на пол. Иван, слезь на пол. Теперь Макар подходит. Максим, слезь на пол. Теперь Макар подходит. Прыгай. Макс, там не стоит. Братан, Максим. Максим, на бетон. Просто промой, иди сюда. Максим! На бетоне не стой. Иван, на бетоне не стой. Сейчас он прыгает. Федя, отойди, откуда я сказал. Сюда отойди. А я вот так. Сюда, на бетоне не стой. Ты подходит Максим. Я просто все равно. Потом Иван. Потом Федя. Ты тоже что прыгнул. Ты только что прыгнул. Теперь Иван, Федя, стоп. Ты только что прыгнул. Погоди. Сейчас после Вани ты прыгнешь. Максим, не стой. Вот вы очередь запомнили, все, прыгаем, что вы, парни, вы что? Что? А ты не знаешь, помнишь, что, конечно, красивенько. Нет! Я говорю, больно. Все, Макар, потом Максим, потом Иван. Ваня, не спи. Потом Иван, потом Федя за Иваном. Иван, Иван. Федь, не ругайся на него. Ваня, прыгай, красиво прыгай. Ты же умеешь хорошо прыгать. Оп, четенько, да? Четенько, молодец, сразу отошел. Вань, помогай, поправляй. Федюнь, хорош ругаться. Молодец, Макар, давай. Не надо, кто всех бьет? Иван, ты всех бьешь? Не стой на бетоне. Сейчас, Вань, пойдем эти балалайки там, пойдем. Играть будешь? Нет, я же Серёжа, никому не мешай, понял? Ты же стоишь там, сальто не делаешь. Ну иди делай сальто. Все? Выпусти куда делать. Там оставил? Да. Ну на, тебя дай стоп, иди. Придется опять открыть, снять крышку и опять закрыть. А вы что, домой что ли? Нет. Да смотри, так сильно. Парни, не ругайтесь, пожалуйста. Ты заметник? Нет. Это что для... А, я понял. Вот эти вот. Натираешь? Нет, я туда беру. А что ты делаешь? А, все, понял. Вот такой перехват? Ну, вот так вот. Обратно.
и не трогай ее, пока она сама никак не отсохнет. Она через несколько дней отсохнет. Сергей Геннадьевич, смотрите. Да, смотрю. Вот так. Вот так. Малыш, ты что говоришь? Что когда? Молодец, только надо было выйти на него. Сергей Геннадьевич, надо. Молодец. 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 Есть йод. Но йодом будет пожестче. Я тоже могу сегодня. Ваня! Вань, ты после Максима! Оттуда отойди, Федя! Иван, слезь! Слезь, слезь! Вы ждите очереди! Я вдали целочки. Нет, а мы не прыгали! Иди сюда, Дима. Мы не прыгали, а я же такой, я кнопку... Нет, после... Отрывай, понял? А почему ты тогда пьешь? Хорош! Парни, хорош! Хорош! Что там отлетело, Максим? Что отлетело? Посмотри, что отлетело. Пух засунь обратно в этот. Вот, 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 Максим. Вот засунь в матрас. Пух засовывай. Так, руки. Палец, палец. Руку переворачиваю. Сестра, скальпель. Нити. А где скальпель? Скальпель, все, сейчас. Спокойно. Открывай. Пальцем держи. Что такое? Он лечится. Что? Да. Иван, Иван, братан, если медитируешь, медитируй, музицируй так, чтобы никого не напрягать. Можно, можно, Макар, можно. Струны не рвать, ясно? Никому не мешать. Что, ты присаживайся так же, можешь, пойду, присаживайся. А еще лучше идите оба сюда. Сергей Геннадьевич. Вот так, садитесь, вот так, сядьте. Сергей Геннадьевич. У меня закончилось. Нельзя садиться. Не на диван, нет, вниз садитесь. Вниз садитесь, Игорь. Не надо здесь, не надо, вот здесь, чтобы никому не мешать. Прям присаживайся. Как пока сидит, показать вот так. Садись и все. По очереди 5 минут ты, 5 минут Макар. Красивая мелодия получается. Федя, не бегай там. Очень красивая мелодия. Так, вы двое, ты и ты, отжимания, потому что босиком бегаете по коридору. Что меня Стоп! Бегаешь по босиком по коридору? Бегаешь. Можно же принять. Ты, 50 отжиманий. 50 отжиманий. Можно 25 с коленок? С коленок вы сделаете 50 отжиманий. С коленок. Все, поехали, упор лежа. С коленок 50 отжиманий, быстрее. Никому не мешаем. Аккуратно, головы. Нет, нет, Федя, нет, нет, не так. Как я показывал сегодня с колен отжимания? О, мне звонят. Звонят, отвечай. Федя, как я показывал с колен отжимания? Да, грудью до пола, молодец. Давай. Давай, 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 терпи, терпи. Ну, мам. Это как фильм. Хорошо. Что? Все, я сделал! Что? Ваня! Ты что? Вот так учились, надо к той ребятам подниматься. Она уже пришла, что ли? Она поднимется? Я сказал одеваться? Потихонечку, одевайтесь тогда, ладно? Сейчас мы придумаем. Нам такие ответы по номеру. Дам, дам, пока. Почти, да. Стоп, стоп, не балуемся. Не балуемся, не надо их дергать за них. Не балуемся, спокойно. Взяли. Здесь ничего не крутим, здесь не трогаем. Подожди. Если вы сальто больше не будете делать, убирать матрас. Делай тогда. Парни, это за кем? Максим, за тобой пришли? Нет, это не за мной. Да,
Никитос, хорош, рассиживай, тем более спиной к стене. Иван, Никит, хорош. Аккурат, телефон. Никита, телефон, телефон, телефон. Никита, телефон. Все, поиграли, положили, дальше занимаемся. Поиграл, положил, дальше занимаемся. Ты пошел.